Это непередаваемо. Башня светится. Она светится каждые 5 минут. Каждый час. Мы во Франции, в Париже. Красота неописуемая. Там дальше Марсово поле. Хотелось бы туда дальше. Мы гуляем по Парижу. Это здесь, как всегда, сувениры. Маечки красивые. Башенка. Сама башня. Красота. Башня стоит прямо на реке. Здесь река. За машинами река Сена. Так, вон идут мои дети. Фотографируются уже самостоятельно. Там мост. Но башня непередаваема. На самом деле она еще красивее, чем на видео. Париж, 2019 год, 20 января. Все, мои дети пришли. Дальше пойдем гулять. Сейчас вам покажу сувениры, которые продают. Мы вчера уже таких накупили. Светящиеся башенки. Мама, вот варни. Башни. Вот это маленький. Вань, покажи башенку одну. Достань. 1 евро 5 штук. Вот. Не, надо башню показать. Мама, смотри. Да, сейчас мы будем кушать около башни. Вань, парижская еда. Сейчас скажем прайс. 5 евро. 6 евро. Ну, красивые вещи. 6 евро такой багет. 6 евро. Ветчина, сыр. Бананчики. Блинчики с нутеллой. Светящиеся башни. Ну чего, выбирайте, что будем кушать. Это ужин. Ужин около башни. Вот, смотри, выбирай. Пожалуйста. Давайте. Все продавцы. Давай, пончик. Пончик нет. Вот все почти продавцы азиаты. Башня так и светится. Все, мы ужинаем около башни. Всем пока. С вами была Белякова Алла. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, ставьте лайки, я буду очень рада.